нашем руководстве, в нашем правительстве, в парламенте немало таких людей, которые выступают за ликвидацию молдавской государственности и присоединение так называемой бессарабской земли к Румынии, к родине матери. Это я в кавычки. Естественно, что в духовной сфере, в гуманитарной сфере правительство проводит линию на делегализацию молдавской государственности, самой идеи молдавской государственности, самой идеи молдавского народа. Проходится даже не просто линия на размывание, а на ликвидацию молдавской идентичности. Естественно, что молодому поколению пытаются внушать посредством учебников, посредством телевидения, радио и газет, книг, разного рода идеи о том, что молдавское государство незаконно, что это ошибка истории. В этом плане не могут не расти число сторонников объединения с Румынией. И все это приходит еще опять-таки на фоне провальной экономической и социальной политики, отсутствия перспектив для молодого поколения. И детям как бы говорят, молодым людям как бы говорят, что у этой страны нет будущего, поэтому единственная ваша перспектива – это объединение с Румынией, ну и как бы далее уже Румыния – член Евросоюза, и у вас там будут перспективы. Ну, в общем-то, я вот этим объясняю, в первую очередь, рост у меня низких настроений.